Ремонт областных дорог этого года подходит к завершению. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства на пресс-конференции. В этом году выполнили капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения общей протяженностью свыше 80 километров. Это 14 участков трасс. На сегодня завершены работы на 10 дорогах. Николай Чуриков подтвердил, что в следующем году приоритет отдадут ремонту магистралей областного центра. Какие дороги будут отремонтировать? Здесь, конечно, в первую очередь это должен определить муниципалитет. Мы, конечно, тоже будем участвовать в этом процессе, как бы советоваться с общественностью. Кроме того, министр пообещал, что долгожданное открытие мостового перехода через судоходный канал Балаково состоится уже 30 ноября.